Бля, куда-то у меня тут крыска одна спряталась. Это ножки? Да ёпты, мать, что это за херня летает в воздухе? А, это маячок летает в воздухе. Какой маяк? Ну, который закладывают маяки, он просто в воздухе висит. А-а-а. А, он слева, что ли, стоит? Сю ты, бля. Сейчас попробуем. Там нормально, друг? Достоялся, друг. Бля, эта катка хорошая получилась. Можешь привет зрителям передать на будущем видосе. Привет. И квест еще закончил как раз. Ну что-то даже дробовик из рук неохота убирать. Какая-то имба, блин. А, пока люди не переделают себя, это классно, им будет имба. Ты? Да, 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 да. Нет, здесь никого. Это, видимо, темный или который этот? Офигеть, а что у меня со звуками тогда? Я тебя слышал так близко, думал, железо ко мне поднимаешь. Я этого тоже слышал в упор. Он же сидит! Убил. Где он сидел? Прям по центру. А в смысле? Я прошел там почти. Забегаю. Я за машинистом выехал. Я с тобой. Готов. Вы там Лёню не убивали? Нет. Вы через старую пошли? Да. В контейнере. Вот он, походу, этот чевок. Только не убивайте его. Готов. Ты уже доделал квест, блин? Там немного еще осталось. А, металл, двушка. Бля, сидит у магазина справа сразу. Да что такое, у меня... Убили меня еще. М80. Шкаш, поможешь? Да, у меня тоже чел в упоре. Своего убрал, сейчас приду. Еще раз инфу дайте, где он? Прыгает на втором этаже. А, внутри, что ли? Да, 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 да. Ты бегаешь? Нет, я платник. Убил меня. Блин, я думал, это уже ты. Ой, все, короче, понятно. Сегодня классные рейды. На втором, да? Да.
Скар у него. Твоя граната? Он на втором в пристрое. Уверена? Я слышала его. Спрыгну. Десантироваться буду. А, подожди, он меня убил. Я не поняла, он по центру, он по центру. Убил его. Пристрой второй. Ты где, Мэтт? На главной лестнице, буду сейчас третий этаж смотреть. Ага. Ну вот он, по сути, вектор. Что-то у меня со звуками вообще беда. Два рубина какой-то, да? Да, да. Турбина. Большая сумка внутри красного. Через центр зашел. Бегом. Вышел из центра. Вышел оттуда? По-моему, либо уже опять вышел. Внутри. Дай инфу, я грену ему. Прямо по центру Таркона. Короче, не заходите, дай туда грену. Он уже ближе к нашим воротам. Боковым вроде. Значит, двое. Минус один. Меня где за ты где? За Тарконом. Он был снаружи. Да, слышу, ходят. Прямо на углу. На углу Таркона. Блин, как бы мне. Попугал его немножечко изнутри попростреливал. Он сразу выходит просто. Минус. Рад кэтчер, да, 43-й. Опа, базарит. В яме по центру. And I'm like gonna die soon, so please. If you're good. Hello. Hey. Thank you. You're welcome. Спасибо, Гриш. Если вам понравилось видео, не забудьте подписаться на канал и поставить лайк.